Ну что ж, заключительный стартовый номер. И вновь в Питере спортсмены из Санкт-Петербурга. Лидеры по итогам короткой программы. Болельщики каждого дуэта настаивают, что именно их любимый дуэт лучший. Так вот, на льду ученики вот этой тренерской группы. Чемпионы России. Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Очень интересная развязка в состязаниях спортивных пар, потому что
этот тренерский штаб, прежде всего, который пополнился еще и в этом году Александром Смирновым, двукратным чемпионом Европы, призером чемпионата мира. Здесь прям такой между собойчик устроили, прямо скажем, эти вот две пары. Есть, весь сезон друг друга кусали, рвали. И вот здесь тоже очень классная развязка в финале. Я, конечно же, говорю про Мишину и Галямова. И вот и Бойкова-Козловский тоже очень достойное катание в произвольной программе. Очень интересно, кому судьи отдадут свое предпочтение. Сегодня дело в том, что Мишин и Галямов были безупречны. Маленькие претензии все-таки к Саше с Димой у судей будут. Видели мы нечеткое приземление с выброса флипа. Это был последний координационный сложный элемент, и на нем ошиблись чуть-чуть ребята. Ну и такое шероховатое, не супер классное приземление с прыжка у Димы с параллельного тройного тулупа. Но каскад был дороже. Тройной сальхов и два двойных акселя — это дороже, чем два тройных сальхова Мишина и Галямова. Но интересно. Интересно, конечно, да. Есть ощущение, что... Плюс преимущество Бойкова и Козловского. То есть более чистое программе исполнение произвольной программы, по идее, дает превосходство Насте с Сашей. Но запас по итогам короткой программы, который, в общем, был почти 4 балла, он... Это преимущество и скрадывает. Очень интересно, как в итоге разложатся карты. Единственное, что понятно, первые два места будут у представителей именно этой тренерской группы. Не нужно было быть пророком, мы не претендовали, собственно. Ну и сезон, в принципе, сезон показал, что это закономерно, скажем так. Потому что и на чемпионате России тоже эти две пары были первой и второй, и Тарас Морозов третьими. Так и на финале Гран-при России, я думаю, будет тройка из тех же тройка самых ребят. Будет точно, абсолютно. Осталось только узнать порядок. Да. В каком завершат... Точнее, уже завершили, но в каком получат оценки. Лидбегер очень хороший был. И сюда сзади. Близко будем. Я думаю, не первый был. Сейчас увидим. Как интересно, да? Сейчас спокойно спортсмены рассуждают. Я думаю, мы первые будем. Просто по ноге. Да, вот надо было выезжать с этого выброса, и ситуация была бы яснее. Напоминаю, что за произвольную программу Анастасия Мишина и Александр Галямов набрали 159,2 балла. 159, сумасшедший какие-то. Да, почти 160. Александр Байкова и Дмитрий Козловский получают меньше 156. Но они умеют считать. Они умеют считать. И сейчас вы узнаете тоже, что уже нам сообщил Дима Козловский. 239,74 балла. Рыдают сильные мужчины Дмитрий Козловский и Николай Морошкин. И радуется Александра Байкова. Второй сумасшедший по накалу турнир подряд выигрывают Байкова-Козловский. Вот такие расклады. Да, с победой, ребят, с победой Тамары Николаевны Москвину. Отличный дубль. И с почином Александра Смирнова. Отличное начало, да.